Привет, мои хорошие! Сегодня я решила поэкспериментировать над собой. Давно я уже не меняла цвет волос, уже давно хожу с одним и тем же. И что-то последнее время мне засвербило, в общем, захотелось перемен. Я долго думала, надо, не надо, но сегодня, в общем, все, решила, что надо. Так как я сейчас собралась худеть, в общем, думаю, что и надо перекраситься, в общем, хочу меняться, все. Организм требует перемен. Я купила две вот таких краски. Это обесцвечивающая краска. Здесь порошок, все как надо. Я уже красилась, когда я была раньше блондинкой. Я красилась этой краской, обесцвечивалась, прежде чем, ну, предварительно, прежде чем покраситься, я обесцвечивалась вот этой краской. Очень классная, вообще моя любимая, и она очень клево обесцвечивает. Я взяла две штуки. Сначала разведу одну, не знаю, хватит, не хватит. В общем, взяла две. Также у меня фольга. Сейчас я нарублю кусочков. Штук, наверное, 10. Не знаю, там походу буду смотреть. Но всю голову вообще-то я не хочу. А, ну я же вам не сказала, что я собираюсь делать. Я хочу сделать что-то типа эмалирования. Я не знаю, получится или нет. Я ни разу сама себе... Ну, красилась, да, там, обесцвечивалась, все что угодно. Но я ни разу не делала эмалирование сама себе. Поэтому я не знаю, получится или нет. Но попробую. Может, получится, а может и нет. Если не получится, то возьму краску и перекрашу. В общем, попробую. Получится, получится, не получится, не получится. Но надеюсь, что получится. А результат вы увидите в конце видео. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Так, покажу содержимое пачки для тех, кому интересно. Ну вот, получается, оксид. Сколько процентов здесь? 12% получается. Так, краска, порошочек. Перчаточки, как всегда, и маска, клевая маска. Ну все, поехали экспериментировать. Так, нарубила я вот таких вот кусочков. Ну, я думаю, нормально будет, если не хватит, знаю, штук 10, даже больше, но если не хватит, еще. Смотрите, мои хорошие, вот такая вот я королева, у меня вот такая вот корона, я вот так вот обошла вокруг. Сейчас сделаю еще рядочек. Фу, ну все, закончила я вот эту вот билиберду у себя на голове. Ну капец, конечно, лучше такие дела делать в салоне. Даже если у вас сильно засвербило, как у меня, то лучше все равно делать в салоне, потому что все равно 100% получится на миллион раз лучше, чем я сама сделала. Я, конечно, намудохалась, вообще заколебалась, честно сказать. Ну, хотя я, в принципе, недолго это делала. Результата я супер-пупер не жду. Я надеюсь, что хотя бы более или менее нормально, потому что все-таки навряд ли, конечно, краской получится прям идеально. И тем более я тут как-то интуитивно пряди брала, как-то интуитивно все делала, поэтому не знаю. В общем, самое интересное. Сейчас я вот минут 30 похожу. Да, потому что я достаточно быстро наносила. Я быстро. Вот, минут 30 сейчас, ну, может, 20, 25, 30 похожу и буду смывать.
Но надеюсь, что будет более или менее терпимый результат, потому что если будет совсем ужасно и отвратительно, то я очень расстроюсь, потому что я терпеть не могу, когда на голове меня что-то не устраивает. Ну ладно, все равно я скоро иду подстригаться, опять подравниваться, поэтому... Ну не совсем скоро, перед Новым годом, но все равно вот тут надо смыть, чуть-чуть попала краска. В общем, мои хорошие предвкушения результата. Не повторяйте это дома в любом случае. Идите в салон. Берон, ну давай, мне надо смывать, у меня сейчас волосы выпадут. Я откуда знаю, что... Так мне 10 минут, я же тебе кричу, Берон, мне надо смываться, ты ушел. Все, мои хорошие, прошло полчаса. Сейчас я сниму это безобразие и буду мыть голову. Сейчас посмотрим, что там у меня. Ну, я даже так не ожидала. Ну, не по всей голове, я думаю, так будет. Ну, даже светло. Я даже не ожидала, что так будет светленько. Сейчас я все сниму. Сейчас я высушу голову и посмотрим на результат. Но мне кажется, не очень, не знаю почему. Где-то не очень ровно получилось. Ладно, уже в следующий раз подкорректирую. В общем, не знаю. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, что получится хотя бы более-менее хорошо. В общем, вот такой результат получился. Ну, я не укладывала, так высушила быстренько показать вам. Вот. В общем, вот так. С этой стороны. Вот так. Ну, я довольна результатом. Мне, в принципе, нравится. Единственное, что... В принципе, вообще прикольно получилось, если честно. Даже тут так как бы... Не такие прям как-то они распределились. Прям, ну, интересно довольно-таки получилось. Такой переход. Даже не как милирование, какое-то колорирование. Я не знаю, как это сказать. Вот, в общем, единственное, что я тут немного накосячила. Вот здесь и вот здесь. А так, в принципе, все вообще нормально. Но это я исправлю. Через недельку, через две... Посмотрим, как вот здесь вот надо немножечко исправить. Вот, и вот здесь вот я немножечко закосячила. А так, в принципе, довольно-таки неплохо. Просто если бы меня постоянно девчонки не дергали каждые 5 минут, то-то-то-то-то-то, не забегали сюда, не отвлекали меня, если бы я была... сама с собой, то думаю, что было бы лучше. В общем, вот так. Такой результат получился. Но лучше, конечно, ходить в салон. Лучше бы я, конечно, дотерпела и пошла бы в парикмахерскую. Но ничего. Экспериментировать тоже нужно иногда. Ладно, мои хорошие. Буду дальше заниматься своими волосами. Надо их тут привести в порядок. Всех целую, всех обнимаю. Увидимся в следующем видео. И пишите, как вам новое я. Как вам эксперимент мой. Всех целую, всех обнимаю. Увидимся в следующем видео.